Киллэмол плохо сыгран? Да, Киллэмол сыгран просто говно. То есть там есть, допустим... То здесь два варианта. Или они просто не умели равнять, потому что, помните, мы слушали демку Мастера Паппетса, и когда тогда говорили, опять же, ну, стандартную мухтейновскую всякую бормотуху, типа, это они в гараже репетировали, это они там что-то это еще не готово было. Блять, ну, техника как бы есть техника, то есть получается, что если они к этому времени уже два альбома записали, а вот на Мастер Паппетсе подошли именно какие-то, ну, как бы колоссальные изменения. Поэтому, может быть, начали что-то равнять и так далее. Поэтому я говорю еще раз, касательно Хэтфилда, то, что я его хвалю, что он как бы там крутой достаточно, это не значит, что он какой-то кинг. То есть, понятно, что если, допустим, взять и по-честному попросить Хэтфилда сделать плейтру даже раньше, вот просто тут на стриме запустить, сказать, на, вот тебе минус, будет слышаться твоя гитара и минус, никаких там дополнительных гитар, ничего, просто ты играешь, все по-честному. Понятно, что он убойно, как бы, как на студийке не сыграл бы. То есть, там все равно были бы и шарканье, и чамканье, и подсвистывание, и так далее. Вот, все в хлебе утопает, этот оригинал Four Horsemen. Сейчас будет дикий рессинхрон по дабл-треку. Просто ебаная баланда. Просто пиздец. Поэтому Kill 'Em All для меня это всегда был альбом Дресни. То есть я как бы его просто сразу проматывал и вышвыривал. То есть Металлика для меня начиналась только с Мастера Паппетса. Но опять же говорю, возможно, это из-за того, что там что-то ускорено, что-то, поэтому там, я думаю, уже другие технологии применялись. Поэтому, опять же, я к тому, что прям превозносить и рассказывать везде, бегать, что Хэтфилд, батя, там, пикинг, даунпикинг бог, самый главный там даунпикер. Да нет, конечно. То есть это совершенно не так. То есть просто на фоне остальных он играет, в принципе, свои партии более-менее нормально, кроме соло. То есть соло играет хуже Хэммета. Вот такая вот, в общем, ситуация.